Legends? Yeah. Yeah, I'm taking video. Это мы сейчас на Лэнде и находимся в Брэнсоне. Вот такой вот здесь под открытым небом шоппинг-молл сделали в виде такой европейской улицы. В общем, здесь жутко классно. Такой интересный. Возик развозит людей, если кому-то захочется проехаться. Я сейчас вот в этот магазин отправляюсь. Всякая всячина. Наверное, мне сейчас лучше камеру закрыть и дальше продолжу в других местах. Вот моя гостиница Hilton. И вот там вот на 5-м этаже мы остановились. Сегодня что-то нет этот... такого огненного представления. Обычно здесь вот из этих вот труб, которые там видны, вместе с фонтанами, такой вырывается огонь, очень интересно, под музыку, прямо в такт. Площадь вот так вот выглядит. Тут, конечно, находиться сплошное удовольствие. Фонтанчики. Вот видите, вот эти вот трубы, из них должен огонь извергаться. Может быть, завтра здесь сниму. Это зрелище вообще невероятное. И вот оно под музыку извергается, вот с этой вот, с этими фонтанами, огнями. В общем, красотища. И там вот набережная немножко видна. И вот этот вот отель Hilton, он в нескольких корпусах. Называется вот это, вот это место Лэндинг называется. Оно самое красивое здесь. Здесь, конечно, много всяких ужасно интересных мест. Но здесь вот просто вот на Лэндинг очень приятно гулять. Вот огни все время меняются, постоянно вот цвет меняется. То они голубые, то желтые, то красные. И в Хилтоне, в самой гостинице, идем проверять джакузи и... бассейн. Лобби вас встречает, когда вы только заходите. Бассейн, вот там вот джакузи. Сейчас мы сюда придем. Сниз, здесь вот эти вот речные круизы. Вот немножечко вода видна. В общем, все это на воде построено, поэтому она и видна.